Ханги Тампунского района стартовал совместный образовательный проект региональной общественной организации «Саха-Ас» и Фонда будущих поколений, пропагандирующий якутскую кухню. Для этого прошли мастер-классы. Рассказывает Мария Винокурова. В первый день в учебно-производственном комбинате Хандыгской средней школы прошел мастер-класс Иннокентия Тарбахова, где уже 32 года успешно работает центр дуального образования. И одна из профессий, которую дети получают по окончании учебы, это повар. Приезд Иннокентия Тарбахова для ребят – настоящее событие. Восьмиклассник Никита Иванов, который второй год учится на повара, не только осуществил мечту встретиться с известным шеф-поваром Якутии, но и попробовал под его руководством приготовить якутские лепешки на твороге. Я выбрал поварское дело, потому что я хочу стать шеф-поваром. Я очень рад увидеть Иннокентия Тарбахова своими глазами. И мы сегодня с ним приготовили якутские лепешки. В этот день юные повара воочию увидели, как готовятся и подаются якутские блюда. Мастер показал сразу несколько блюд – горячий, десерт и по ходу приготовления рассказал о начале своего профессионального пути, истории создания авторских блюд. Показываю я им мастер-класс, несколько национальных блюд якутского народа, именно нового модуля. Кроме практических занятий, нынешние выпускники учебно-производственного комбината на базе Хандыгской средней школы получат часы теоретических лекций от преподавателя ИТЭК Екатерины Егоровой, а также после защиты своих знаний и выставки блюд получат третий поварской разряд, что позволит им начать работу в сфере общественного питания. Мария Винокурова, НВК Саха, Хандыг.